привет! На моем канале мы начинаем новую рубрику, где я буду не только пробовать, но и готовить вкусную еду, рассказывать вам, как это делать, вкусную и полезную. И поможет мне в этом Катя. Привет! Я веду личный блог, где собираю рецепты вегетарианской еды, делюсь опытом растительного питания и полезной информацией о продуктах. Сегодня мы с вами будем готовить смузи. Катя, а почему ты решила именно со смузи начать? Я считаю, что смузи – это наиболее простой и быстрый способ улучшить качество своего рациона, сделать его более разнообразным и полезным. Для ягодного смузи нам понадобятся замороженные ягоды, у нас это малина. Можно использовать любую смесь. Апельсиновый сок свежевыжатый, семена чиа, финики и корень имбиря. Кремовый смузи. Для него нам понадобятся следующие ингредиенты. Сушеный сырой миндаль, бананы. Мы будем использовать замороженный банан, потому что именно он придает кремовую консистенцию. Чистая питьевая вода, семена льна, семечки чиа. И добавим специи, куркуму и корицу. Зеленый смузи – отличный вариант, чтобы добавить в свой рацион свежих овощей, зелени и фруктов, а с ними витаминов, клетчатки и минералов. Нам понадобится свежая зелень шпината, можно использовать замороженную, киви, сок лайма, вода, авокадо и финики. Иммунный смузи – источник витамина С, придаст заряд бодрости и укрепит иммунитет. Отлично помогает в борьбе с респираторными заболеваниями. Здесь у нас сок апельсина, лимона, натуральный мед, корень имбиря и куркума – природные антисептики. Следующий наш смузи – клубничный коктейль. Это отличная альтернатива традиционному коктейлю, в котором используются не такие полезные ингредиенты, как у нас с вами. Здесь у нас замороженная клубника, сырой миндаль, вода, бананы и семена льна. Тропический смузи. Здесь у нас банан,
манго, которое можно предварительно заморозить, кокосовое молоко, сок апельсина и корица. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Мы очень старались. Надеемся, что вам понравятся все наши смузи. И бонус, который мы вам обещали. Переходите по ссылке в описании на Катин блог. И там будет описано подробно все эти смузи, которые мы готовили. Все их свойства, да, полезные. Полезные свойства. Вот. И также там будет информация про конструктор, как сделать свой личный смузи, какие ингредиенты туда добавить и как их все смешивать и миксовать. Все, всем пока. Спасибо. Пока.